Здравствуйте, это «Антидот». На днях ряд СМИ опубликовал информацию об исследовании британских ученых, в котором утверждается, что бездетные пары счастливее в браке, чем пары, у которых есть дети. Бездетные пары, по словам ученых, чувствуют большую значимость для своего партнера, нежели пары с детьми. Исходя из этого, мужчины и женщины в таких парах оценивают качество своих отношений намного лучше, чем при наличии детей. В этой связи Ирина Волонец, общественный деятель и мама четверых детей, в статье «Осторожно, пропаганда бездетных браков» отмечает. Никаких конкретных аргументов, цифр и критериев, по которым проводились исследования, в своих статьях об открытии СМИ не приводят. Что же это за ученые такие? При более внимательном рассмотрении выясняется, что ученые, на которых ссылаются СМИ, являются британцами, а точнее сотрудниками Открытого университета Британии, который специализируется на дистанционном образовании. Странно, не правда ли? Видимо, теперь исследователи из этого вуза, основанного не кем попало, а ее величеством королевой Великобритании, решили дистанционно просвещать не только своих студентов, но и тех, кто таковыми не является, то есть всех нас. Причем, заметим, абсолютно бесплатно. Прямо какая-то просветительская расточительность напала на расчетливых британцев, если они решили ни с того ни с сего заняться такой информационной благотворительностью. А если серьезно, то все эти сенсации и открытия, старательно раскручиваемые нашими СМИ, конечно же, не на пустом месте появляются. Сегодня мы попытаемся понять, почему многие годы нам так активно навязывают идею сознательной бездетности и в чем на самом деле основная причина демографического кризиса, который переживает сейчас наша страна. А поможет нам в этом разобраться Филипп Петрович Смирнов, исследователь в области социологии здоровья. В статье «Информационный вирус малодетности и бездетности» он в частности пишет. Функционирование любого общества, а тем более современного, невозможно представить без информации. Информационные ресурс задает устойчивость общества и создает предпосылки для его дальнейшего развития. Информационная сфера общества заражена многими опасными вирусами. Важнейшим из них в настоящее время является вирус бездетности или малодетности. Если общество не выработает к нему иммунитет, то дальнейшее развитие страны окажется невозможным. Филипп Смирнов отмечает также, что так называемые эксперты, занимающиеся пропагандой бездетности, обычно апеллируют к нестабильной экономической ситуации, недостаточной проработанности юридической базы или недофинансированию медицинской инфраструктуры страны. Тем не менее, проблема лежит гораздо глубже, и более серьезные враги воспроизводства населения – новые убеждения и ценности, которые внедрены в наше сознание и которые определяют наше поведение. Многие убеждения, бытующие в современном обществе, такие как «нечего нищету плодить», «нужно дать ребенку все, что можно», возникли не на пустом месте. Еще в 1921 году, отмечает автор, некая Маргарет Зангер основала Американскую лигу по контролю за рождаемостью, целью которой являлось внедрение в массовое сознание установок на ограничение числа детей. Если автор теории перенаселения планеты Мальтус предлагал жесткие методы для его уменьшения, то Маргарет нашла мягкий, но гораздо более эффективный подход создания идеологии бездетности. В ее основу легли труды последователей евгеники и самого Томаса Роберта Мальтуса. В ее рецептах такие экстремальные способы, как войны и поощрение распространения болезней для сокращения народонаселения, были заменены на внешние более гуманные – сексуальное воспитание, планирование семьи и развитие сети клиник, делающих аборты. Результаты превзошли все ожидания. По некоторым оценкам, Маргарет Зангер и ее последователи унесли более 2,5 миллиардов жизней по всей планете. Неудивителен и тот факт, что многие положения идеологии бездетности нашли свое отражение в планах Гитлера относительно теории Восточной Европы и России. Особенно учитывая то, что близким другом Маргарет был штурмбанфюрер СС, руководитель проекта массовой стерилизации на оккупированных территориях Эрнст Рудин. Так, в 1939 году, сразу после оккупации Польши, нацисты опубликовали декрет. Все меры, имеющие тенденцию к ограничению рождаемости на вновь присоединенных к Рейху территориях, следует допускать и поддерживать. Аборты должны быть свободны от запрета. Средства к абортам и контрацепции следует предлагать публично, без политических ограничений. Гомосексуализм всегда надо объявлять легальным. Учреждениям и лицам, профессионально занимающимся абортами, не мешать.
В 1941 году конференция Министерства внутренних дел в Берлине одобрила эту политику, которая декретом Гитлера была распространена и на другие части Восточной Европы. Многие историки определяют этот декрет как самый реакционный политический документ, когда-либо вышедший из штаба Гитлера. Немецкие пропагандистские службы предложили свои планы для обеспечения сотрудничества с медиками на оккупированных территориях. Вот выдержки из одного такого меморандума. Любое средство пропаганды, особенно прессу, радио и кино, а также фельетоны, брошюры и лекции, надо использовать для внушения русскому населению идеи, что вредно иметь несколько детей. Мы должны подчеркивать затраты, которые они вызывают, говорить о хороших вещах, которые можно приобрести на деньги, затраченные на детей. Надо также намекать на опасное влияние деторождения на здоровье женщины. Необходимо будет открыть специализированные учреждения для проведения абортов и подготовить персонал для этой цели. Население будет тогда прибегать к абортам более охотно. Добровольная стерилизация должна быть рекомендована. Несмотря на то, что фашистская Германия проиграла Вторую мировую войну, и воплощать в жизнь изобретение Маргарет Зангер на государственном уровне в оккупированных странах оказалось некому, сами идеи остались и во многом обратились против немецкого народа. В современной Германии показатель рождаемости один из самых низких не только в Европе, но и в мире. Такое развитие событий предугадывалось некоторыми врачами Германии 30-х годов, которые, хотя и признавали расовые соображения, все же предупреждали, что проводимая политика может стать очень опасным экспериментом. Они подчеркивали, что если декрет станет известен в собственной стране, расширенное проведение абортов распространится и среди самих немцев. Так это и произошло. В настоящее время появляются новые виды этого пропагандистского вируса, которые строятся на несколько иных основаниях, чем раньше. Например, в США все большую популярность приобретает движение Child Free – «Свободные от детей». Впрочем, сами идеи бездетности не остались без поддержки, а лишь перешли с государственного уровня, исключение Китай и Индия, которые чрезвычайно перенаселены, на уровень так называемых негосударственных организаций и продолжают распространяться. Таким образом, информационный вирус бездетности поразил ценностную основу многих европейских обществ, в том числе и наше, и как следствие привел к сокращению численности народонаселения. Интересен и механизм его проникновения в общество, отмечает Филипп Смирнов. Ценности – основа любых социальных систем, и именно они – самое уязвимое место любого общества. Любые серьезные изменения невозможны без смены ценностных ориентаций. Их изменения происходят через пропаганду в СМИ. Для успеха необходимо добиться доминирования нужного восприятия их в массовом сознании, то есть фактически навязать нужный взгляд на ценности другим людям. Поэтому вначале надо приучить людей говорить на политкорректном языке. С этой целью, к примеру, вместо слова «детоубийство» вводится понятие «прерывание беременности». Кстати, там, где аборты запрещены официально, сотрудники по планированию семьи практикуют операции по восстановлению менструальных циклов. Вместо жениха и невесты появляются секс-партнеры, а вместо семьи возникает гражданский брак, то есть отношения без каких-либо взаимных обязательств. Все это позволяет настраивать людей на определенное поведение, которое не вызывает у них отторжения. После смены понятий люди начинают относиться друг к другу по-другому, в основном как к сексуальным партнерам, свободным от общего будущего и какой-либо ответственности. Гражданские или пробные браки также увеличивают личную свободу в ущерб семейным интересам, хотя в здоровой семье именно общие интересы должны преобладать и подчинять себе эгоистические порывы. Неудивительно, что люди добровольно отказываются от большой семьи и в лучшем случае заводят 1-2 детей. Несмотря на то, что Лига по контролю за рождаемостью, а впоследствии Международная федерация по планированию семьи успешно провела пропаганду бездетности во многих странах, что привело к тяжелейшей демографической ситуации в России, Германии, Италии и других европейских странах, в отношении Индии и ряда стран Ближнего Востока аналогичное пропагандистское воздействие не возымело успеха. Дело в том, что главной защитой от информационных вирусов может быть только ценностно ориентированная общественная среда. Только устойчивый и превосходящий по своей прочности общественный менталитет может защитить народ и успешно противостоять деструктивному внешнему воздействию. Похоже, что именно с этим связаны провалы попыток сократить население в Индии и мусульманских странах. Традиционные религии и общественные устои этих стран имеют гораздо большее влияние, чем идеи заграничных НПО.
И даже попытки провозглашения от имени пророка Мухаммеда идеи о необходимости иметь не более двух детей не увенчалась успехом. Такие попытки были быстро пресечены. Традиционные верования глубоко укоренились в сознании народа, и только длительная обработка подрастающих поколений при условии создания для нее максимально благоприятных условий могла бы их изменить, считает Филипп Смирнов. Именно такие условия и были созданы для проникновения зловредной идеологии бездетности в постсоветские страны. Возможные действия по борьбе с этой идеологией должны следовать тем же путем, по которому она и проникла в общество. В первую очередь, необходимо добиться доминирования правильных, естественных ценностей в информационной среде. А затем это неизбежно приведет к смене ценностей у массы людей, что в свою очередь станет основой для выхода из демографической ямы. Причем правильные ценности должны прививаться с детства. Руководство страны должно поощрять прессу, радио, кино, пропагандировать идею о том, что только большое количество детей позволяет создать счастливую семью. У людей должна быть сформирована четкая ассоциация. Большая семья – это личное здоровье и счастье каждого из родителей. Она должна восприниматься как неоспоримая жизненная аксиома. Но пропаганда может быть успешной только при реальной поддержке многодетных семей со стороны государства. В ином случае люди будут видеть расхождение реального положения вещей с пропагандируемым, и его перестанут воспринимать всерьез. В свою очередь, демографический рост сможет стабилизировать экономическую и политическую ситуацию. Угроза потери государственности, размывания культуры, а также повсеместный пенсионный кризис уйдут в прошлое. Но для этого всем нам предстоит пройти еще очень долгий путь, обратный тому, по которому наши страны двигались последние 20 лет, ошибочно полагая, что они движутся к светлому будущему. На самом деле, та демографическая пропасть, куда мы все это время катились, никакого будущего, и тем более светлого, нам вообще не сулит.